И в продолжение темы всестороннего развития детей. Всем ребятам, которые показывают свои таланты, миру нужна поддержка, а многим и помощь. Российский детский фонд в рамках благотворительного марафона «Именем детства во имя детства», который стартовал сегодня в Чувашии, помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным и малоимущим семьям, детским домам, школам-интернатам и ребятам с инвалидностью. Благотворительный марафон проводит с 1995 года, и за это время тысячи ребят стали счастливее. Сегодня в их числе оказались воспитанники детского сада «Журавлик» в Новочебоксарске. Почти четверть обучающихся имеют проблемы со зрением. Работники садика открыли в образовательном учреждении офтальмологический кабинет, где ребята проходят лечебные процедуры. Теперь в этом детском саду появилась возможность усовершенствовать оборудование и купить новый компьютер. Выделенные средства мы используем для дооснащения офтальмологического кабинета. Мы приобретем компьютер, и с использованием компьютерных специальных лечебно-диагностических программ, которые мы уже имеем, программы «Ай», «Контур», «Цветок», мы организуем лечение зрительных нарушений у детей.